Отлично. Я прошу прощения, да, разбиралась немножко с интерфейсом буквально последние вот эту вот минуту, потому что мы обычно проводим вебинар на другой платформе, на нашей GetResponse, поэтому было довольно сложно. Все хорошо видят, слышат, да? Если кто-то видит, точнее, слышит плохо, минусы ставьте. Спасибо вам, друзья, спасибо. Отлично. Сегодня будем говорить об email-маркетинге. И я хочу сказать, что вот знаете, несмотря на то, что email-маркетинг, да, у нас довольно известный такой канал маркетинговый, сейчас он переживает второе рождение. И вот это, то, что вы видите на экранах, да, то, что можно вложить $1 в email-маркетинг, а получить обратно, просто абсолютно огромные цифры, да, от $38 до $44, $0.25. Вот, наверное, почему email-маркетинг переживает сейчас второе рождение. Кстати, это статистика. $38 – это исследование GetResponse нашей компании, а $44 – возвратные инвестиции ваши, да, и 25 центов – это статистика Salesforce. Да, вы знаете, крупнейшей CRM-платформы в мире. И вот что происходит. Благодаря тому, что email-маркетинг вот настолько выгодный канал, туда приходит очень много новичков. И вот что мы видим, да, что установка новичка – это как можно все быстрее. Соберем как-то, вот непонятно как, но главное – быстро базы подписчиков. Причем это стандартно, да, скачаем из открытых источников и будем думать, что это очень круто. Купим у кого-нибудь и будем просто ждать, что просто эти люди ждут нашего сообщения. Или обменяемся с кем-нибудь. Иногда арендуем базу у кого-то, вот у такого же умельца. Второй шаг в этой установке – это что? Быстро сварганим письмо. Главное, чтобы там была скидочка побольше. Главное, чтобы там было огромными буквами написано с 50 восклицательными знаками в заголовке, да, распродажа, последний день. Или бесплатно что-то, почти бесплатно. И письмо, конечно, неважно, как оно должно быть оформлено абсолютно. И, ну, о чем, что вы, какой адаптивный дизайн, неважно, как оно будет смотреться на экранах мобильных устройств, это все неважно. Нужно разослать обязательно всем сразу. И после этого новичок ждет очень мощный профит, да, моментальные, огромные сумасшедшие продажи. Как вы думаете, какой результат? Вот этого стереотипа легко. Вот такой. Когда люди, которые не знают этого человека, вот получают примерно такое к себе, особенно на мобильные устройства, да, вот прям вот так, то у всех это вызывает определенное очень неприятное чувство. Это вторжение, да, просто неизвестных людей в нашу жизнь. Вот такое вот наглое. И, естественно, это спам. И я часто очень выступаю, знаете, на конференциях, и я люблю задавать вопросы. Скажите мне, ассоциация, вот какая email-маркетинг, что у вас вызывает? И как вы думаете, да, именно это слово и произносится. Но на самом деле email-маркетинг – это не спам. Email-маркетинг, если вот серьезно его рассматривать, вот, а не так, как то, что происходит, email-маркетинг – это искусство. Это искусство, это творчество. И мало того, благодаря последним достижениям, да, особенно автоматизации маркетинга, email-маркетинг – это психология. Очень интересная психология, которая позволяет управлять поведением вашего клиента. Когда email-маркетинг, точнее, вот что происходит, да, спам и email-маркетинг, основные вещи, которые позволят вашим email-рассылкам не уходить в спам. Это, конечно, главное, да, клиент, человек, ваш подписчик, он должен дать вам двойное подтверждение подписки. Вы прекрасно знаете, что это, да, просим подтвердить подписку. Кстати, благодаря этому двойному подтверждению подписки вы не нарушаете закон о рекламе, да, который четко говорит, что отправлять сообщения рекламно-информационного характера мы можем только людям, которые подтвердили свое желание получать от вас такие сообщения. Следующее. Естественно, люди должны узнавать ваши письма и открывать их. То есть они должны знать, кто вы. Мало того, люди должны чувствовать ценность. Они должны ощущать пользу от вашей рассылки. И если ваша рассылка интересная, контентная, ценная, и мало того, совпадает с их интересами именно на данный момент времени, они будут открывать, они будут читать, они будут, самое главное, переходить по ссылкам, да, потому что рассылка – это инструмент. Инструмент для того, чтобы человек совершил определенные действия.
Всегда бывает так, да, что люди, которые подписались, уже через некоторое время могут не испытывать желание, да, читать ваши рассылки, и это вполне нормально, потому что их интересы изменились. Вот они, например, купили определенный товар у вас, то есть чем выше у вас средний чек, тем больше вообще искусство держать человека, да, стимулировать вторичную продажу, в частности. И человек хочет подписаться. И поэтому нельзя ни в коем случае человеку не давать выбор. Вот этот вот. И в футере нужно размещать ссылку, да, на отписку. И если все эти вещи выполнять, то вы застрахуетесь, да, в основном от того, чтобы не попадать в спам. И очень важно что? Коммуницировать регулярно. Потому что вот в среднем по статистике за полгода ваша база, она устаревает. Если вы не коммуницировали регулярно, она устаревает чуть ли не на 50%. А вы вот так собирали это все, с таким желанием деньги инвестировали, время свое инвестировали. Из-за отсутствия регулярной коммуникации вот такие вещи происходят. Ну, наверное, смотрите, вообще, если честно, то можно суммировать вот то, что я сказала, в два ключевых правила. Да? Это ваша база, собранная органическим путем, и ценный контент, который вы рассылаете. Адекватный, интересен клиенту. И шаг первый – это собирайте базу правильно. Что это значит? Ну, я сначала скажу, что не делать. Не покупайте ни в коем случае базу подписчиков. Не обменивайтесь базами подписчиков. Не скачивайте email-адреса из открытого доступа. И вот здесь, кстати, внимание, спам-ловушки. Да? Помните иногда, что если вы скачиваете, если, не дай бог, да, вы решите скачать эти адреса, вы можете, вот, в частности, скачать спам-ловушку, которую там предлагают специально вот для таких спамеров, ключевые почтовые системы. Да? Спам-ловушка – это адрес, который неактивный, давно не использовался, но который четко, например, ну это пример, да, спам-ловушки, четко находится на учете ключевой почтовой системы. И когда ключевая почтовая система, да, крупная почтовая система видит, что туда падают письма, делается прекрасный вывод, что вот как раз это спамеры, это скачанные email-адреса из открытого доступа. И что после этого? Ну и после этого все письма, да, этого рассылщика, человека, который рассылает, или бизнеса, который рассылает, они не достигают своих результатов, да, то есть ключевая почтовая система определяет его как спамер. И, естественно, не рассылайте письма людям без их согласия, потому что вы понимаете, что будет, будут жалобы на спам, будут отписки, будут масса неактивных, да, ошибки доставки, то есть те же самые неактивные уже адреса. И когда все это происходит, все, определение, да, спамер, попадаете, и ваша рассылка уже не достигает, не входит в входящие. Что мы рекомендуем? Это очевидно, как я уже сказала, это только органический сбор базы. Как органически собирать базу? Давайте я вот чек-лист 10 источников для сбора базы вам подготовила. И в первую очередь, конечно, это сайт, ваш сайт. На нем должна быть, естественно, форма подписки. Вот, блог, лендинги. Лендинги – очень хорошая вещь. Я даже кейс один приведу, насколько прекрасны лендинги. Друзья, а кто использует лендинги? Вот пока я говорю, или посадочные страницы, или целевые их еще нажимают, вы можете пока плюсики ставить, кто использует лендинги. Отлично! Ох, молодцы какие! Очень хорошо. Нет, да? Окей. Ну, это замечательно. Мне даже, наверное, запускаем первый. Великолепно. Очень хорошо. А конверсия просто с лендинга, я покажу примеры, она в несколько раз выше, чем сайт. Сами верстали? Ну, все. Это очень хорошо. Это прекрасно. И тогда смотрите, где еще можно собирать базу. Свои мероприятия в офлайне, да, например, когда вы показываете что-то или участвуете со стендом, да, получается, на выставке, или устраиваете свои какие-то определенные конференции. И пятый – это, да, и в этом случае еще можно участвовать в чужих мероприятиях, в тех же самых выставках, не забывать собирать базу. Кросс-промо-активности – это ко-маркетинг. Очень классная тема вообще, то есть это когда вы находите партнера, когда у вас близкая целевая аудитория, примерно, ну, не совсем совпадающие, но рядом. И делайте совместные активности, в частности, какие-то образовательные вещи, да. Или какие-то подарки даете аудитории партнера, да, или какие-то интересные скидки. То есть это уже какие-то продающие активности. И здесь, вот вы знаете, по ко-маркетингу, кстати, у меня просто есть даже специальный вебинар, который посвящен именно вот диджитал-маркетинг с минимальным бюджетом, вот, данные по ко-маркетингу в этом случае – это снижение стоимости вашего нового потенциального клиента за счет того, что вы с партнером делаете совместные классные активности, вы знаете, по-разному. Вот у нас это 60%. Я встречала цифры в автобизнесе, это удивительно, да, когда вот была на конференции в качестве спикера в свое время, и
Я видела там цифры снижения до 80% практически без вложений. Тут даже нет денежных вложений. Это работа вместе с партнером. То есть это потрясающая вещь, особенно в наше непростое время. И только главное, когда и на сайте, и на лендинге, не забудьте, просто так люди давать вам контакты не будут. Для этого нужно дать им возможность, это должна быть форма подписки или веб-форма, на ней призыв к действию, да, оставьте контакты и поощрение. В инфобизнесе и в западном бизнесе это называется лид-магнит, то есть что-то притягательное, классное для потенциального клиента, для потенциального подписчика. Почему ему стоит оставлять контакт? Давайте приведу вам интересный наш бизнес-кейс. Это бизнес-кейс прямо вот GetResponse. В свое время мы прям продавали, да, вот продукт на сайте. Видите, была форма подписки. Вот видите, синенькая. Если вы, сейчас покажу. Если вы зайдете к нам на сайт GetResponse.ru, вот, вы сразу ее увидите. Прямо на главной странице. И раньше у нас было что? Раньше у нас было купить сейчас. Да, и вот сюда вот имя, имейл, и зарегистрироваться, да, там, или отправить. Вот. И мы решили, да, вот, ну, в свое время, то есть не мы это уже, да, глобально это было решено, что нам нужно изменить в этом случае и призыв к действию, и поощрение, да, лид-магнит определенный. И призыв к действию стал «Попробуйте бесплатно». Поощрение лид-магнит – 30 дней бесплатного доступа. Вы знаете, вот это, если у вас есть возможность дать попробовать бесплатно, особенно если у вас онлайн-сервис, это просто великолепно всегда работает. Вообще все, что, да, вот, со словом «бесплатно» часто работает. Но я вам сейчас говорю о форме подписки. Потому что вот если это email-маркетинг, то есть риск, да, когда вы пишете слово «бесплатно», что оно может быть вот таким спам-словом, по которому вас могут почтовые системы как-то, вот знаете, определить как спамера. Это бывают такие вещи, спам-слова. Вот. И у нас результат такой. Количество зарегистрированных пользователей буквально за один месяц увеличилось на 200%. Вот как волшебно работает такой призыв и лид-магнит. Теперь сила лендинга для онлайн-мероприятий. Вот здорово, что очень хорошо, что вы используете лендинги. Мы вот практически все время сейчас используем их, и буквально позавчера прошла наша очень интересная конференция, онлайн-конференция наша с партнерами. Это пример ко-маркетинга, очень четкий, да? И вот на этом очень важно, знаете, чтобы лендинг был успешный, хороший, понятный и конкретный. Потому что, грубо говоря, 8 секунд у нас на лендинг и на сайт, чтобы удержать человека. Вот уже настолько время стало ценнейшим активом, что 8 секунд, и после этого человек уходит. Ну так вот, у нас на лендинг пришло, да, наш вот этой замечательной онлайн-конференции, 1981 уникальный пользователь. Ну, то есть уникальный посетитель, простите. И представляете, 1115 регистраций, контакты. Конверсия 56% с лендинга, это просто великолепно, это супер, это супер. Потому что обычно по статистике конверсия лендинга, ну, 2, может быть, 4 раза выше сайта, да, а вот такая конверсия, это просто супер. Конечно, это сочетание и хорошего лендинга, и темы горячие, да, вот продажи без увеличения рекламного бюджета, вот, хороших спикеров, да, вот, и партнеров, да, сильных, интересных, вот, но лендинг тоже очень важен. Продолжаем. Чек-лист 10 источников. Еще шестой, да, это вебинары. Вебинары используйте, тоже плюсики поставьте, пока я буду говорить. Через социальные сети можно собирать, да, то есть оповещать или форму подписки прямо интегрировать в социальные сети. Точки продаж собирать, это в частности офлайн-магазины. Вебинары не используются. Тема очень хорошая. А используют, да, уже хорошо. Личные продажи. Личные продажи – это сылзы ваши могут собирать, да? И образовательный контент, видеокурсы. Я специально потом расскажу вам пример. Мы были потрясены. Мы были потрясены силой образовательного контента. Кстати, и вебинары, и образовательный контент – это маркетинг без бюджета. А если вебинары и видеокурсы – это что? Это видеомаркетинг. Тренд, который сейчас меняет реальность, абсолютно меняет реальность. Давайте пойдем дальше. И вебинары, вот смотрите, у нас тоже они доступны в GetResponse, мы их проводим у себя на платформе. Собственно, email-маркетинг, конечно же, доступен у нас, и лендинги тоже у нас есть. Поэтому, кстати, мы и можем делать вот этот вот анализ полностью того, что происходит по цифрам, и узнавать это у наших клиентов лучших, которые вот самые, вы знаете, горячие, интересные цифры бизнес-кейсы. И вебинары почему использовать? И причем, кстати, практически в любом бизнесе они могут быть использованы. И они сейчас очень сильные из инфобизнеса, да, который ранее это их использовал,
для продажи обучения, да, всего. Они сейчас переходят уже и в B2B даже заходят. Вот, и в B2C заходят вебинары. Почему? Потому что быстрая настройка очень. Любая часть планеты Земля, из любой части доступны вебинары. Потом, это очень круто, доступна запись. И контент ваш можно разместить на разных каналах. Полностью, да, весь, всю запись вебинара можно разместить на YouTube, например. Нарезки из вебинара можно разместить даже в социальных сетях, если они короткие. На блоге. На блоге вы можете разместить фрагмент или нарезку и сделать на блоге текстовый рекап. Ну, что это значит? Текстовый краткий дайджест содержания вот этого вебинара. То есть это очень круто, если у вас нет команды контент-менеджеров. А если вы средний малый бизнес, то это так, контент-менеджер – это серьезный уже вопрос. Не часто бывает. Теперь смотрите, вот наша статистика. Да, у нас, кстати, можно вебинары проводить до 1000 участников. Продажи. Да, от 5 до 20% от участников у нас идут продажи по вебинарам. Мы очень часто их проводим, вы знаете, но от 4 минимум в месяц. Даже больше, наверное, я сейчас уже думаю. И запись, что хорошо, запись смотрят на самом деле в 3-5 раз больше зрителей. Поэтому очень важно, да, когда у вас люди регистрируются на вебинары, очень важно потом, да, рассылать запись. Если вы открываете запись, то есть на самом деле, потому что участников вебинаров обычно всегда меньше, чем зарегистрированных, а люди все равно регистрируются, чтобы посмотреть запись. Если же вы открываете эту запись в том же самом YouTube, да, или если вы захотите загрузить в сети, да, нативно загрузить видеозапись, чтобы больше получить просмотров, то их просмотр еще в несколько раз больше. Как я уже говорила, мультиконтент, то есть можно использовать контент для разных целей на разных каналах. Конечно, очень важен шаг, несите ценность. И давайте вот мы сделали прям анализ, чек-лист 10 видов ценного контента GetResponse. В этом случае, конечно же, первый – это очень сильно. Вот ваша задача через контент, да, создать доверие в первую очередь. И здесь мы показываем, даем обучение, в частности, образовательную информацию. Да, и вот образовательная информация очень хорошо воспринимается, особенно в России, где мы всегда исторически любим учиться. И с помощью образовательной информации вы показываете, почему вам нужно верить, да, свой статус показываете эксперту. Второе – это, конечно, формат очень интересный, это ожидание, да, coming soon. Это формат раскрутки голливудских блокбастеров. Помните трейлеры? Он возбуждает интерес, пробуждает, да, и если у вас идет какой-то товар, или если у вас идет какой-то контент, если вы онлайн-СМИ, да, если у вас идет какое-то интересное интервью, да, или какой-то интересный курс, если вы работаете в услугах, в частности, в обучении, то вы можете подогревать этот интерес через рассылку, да, что скоро будет, вперед, да, ограниченный доступ. Третье – доказательство, почему продукт работает. Это описание технологии или даже видео, которое показывает, как работает продукт. А что еще хорошо? Что здесь еще хорошо? Опять же, видео. Видеомаркетинг – это очень сильно. И видео, установленное на лендинге, и видео, которое интегрировано в вашу рассылку, оно серьезно очень, оно повышает вовлеченность. Четвертое. Для B2B очень интересный такой кейс. Это, грубо говоря, общение через вашу рассылку с вашими подписчиками. То есть можно периодически собирать вопросы подписчиков, вопросы клиентов и на них отвечать в рассылке. Пятое. Пятое – это всегда что-то хорошее, какой-то подарок, неожиданный сюрприз именно для вас. Кстати, очень приятно людям на день рождения что-то от вас получать в подарок. Контент, какую-то скидку, да, что-то бесплатное, приглашение куда-то, если это VIP-клиент, на какое-то закрытое мероприятие, вот с анонсом по рассылке. А симпатия. Пишите о себе, пишите о вашем бизнесе, пишите о вашей команде, пишите о ваших достижениях, потому что люди любят покупать у тех, кто им нравится. Доверие к личностям, к личному бренду всегда будет выше, чем доверие к бизнесу, да, потому что люди – это люди, а бизнес или бренд – это что-то не совсем одушевленное. Конкуренция – это принцип всех конкурсов в сетях, в рассылках, и люди любят за что-то соревноваться, особенно если на кону что-то эксклюзивное и более-менее ценное. Помните, я говорила, попробуйте бесплатно, прекрасно работает. Упрощение – тоже хорошая вещь. А, знаете, это можно действительно посвятить одну там или несколько рассылок советом, какому-то описанию процесса. И опять же помните о видео. Как делать что-то проще для клиентов, да? Как сделать что-то легче, как делать что-то выгоднее, быстрее. И если вы еще благодаря сторителлингу очень красиво впишете сюда свой продукт, ненавязчиво, это будет замечательно. Исследование. Друзья, работает в B2B. Да? Вы показываете опять свой авторитет, вы просвещаете людей. И здесь можно тоже красиво вплести ваш продукт изначально. Здесь мы заметили, да, вот этот нейромаркетинг уже идет, магия цифр.
если вы будете в исследовании приводить цифры, а вы их будете приводить, значит, это не исследование, то цифры 99,24%, например, работают лучше, чем просто 99%, вызывают больше доверия. А, еще. Недавно вышла моя статья на ресурс kossa.ru. Вот. И 65 идей для email-рассылок. Когда у вас будет кризис контента, или когда вы уже используете вот чек-лист ценного контента, вы можете спокойно взять оттуда еще 55 идей. Вот. Самое интересное, этот контент подходит также для публикаций, например, для блога, для публикаций в социальных сетях, для постов. Так что это универсальный, огромный вот такой чек-лист, который я недавно составила. Если у вас, соответственно, будет такой интересный, вовлекающий, полезный контент, то, честное слово, люди будут подписываться на вас, ждать ваших рассылок, открывать, читать ваши письма и, мало того, писать о вас в социальных сетях, да, цитировать ваши письма, говорить об этом. Я сама это видела, когда цитировали в Твиттере, особенно почему-то очень сильно, письмо одного бренда в очень позитивном ключе. А этот бренд он написал от имени человека, да, от имени разработчика письмо, что было очень нетипично. И это прям вот в очень хорошем позитивном ключе цитировалось теми, кто получил эту рассылку. Шаг третий. Да, вот мы заявили о себе, мы начинаем уже по-взрослому строить доверие. И вот, знаете, наверное, у всех вызывает это очень жесткое отторжение. Когда мы... Это вообще, вот недавно, кстати, была вип-гостем на Бане Атлантов. Это интересное такое очень мероприятие в Москве. И где собираются предприниматели. Мы говорили о разных вещах. Много предпринимателей, там было у нас выше, наверное, 120 человек. И мы говорили о разных вещах. Наша задача была, вот в частности, обсудить вопрос, что в продажах является вот, ну, ключевыми ошибками. И вы знаете, вот номер один, абсолютно очень многие люди говорили о том, что это навязчивость. Навязчивость в продажах, причем неважно, это рассылки, да, или личное общение, или какой-то еще принцип продаж. Но вот навязчивость – это ужасно. И поэтому нужно говорить, нельзя, вы знаете, это будет ошибкой, когда вам оставили контакты, да, люди, и вы начинаете им сразу впариваться. Сразу вот продающие рассылки прям горой вообще. То есть это, конечно, можно попробовать, вот, но если с этим очень сильно переборщить, особенно с количеством и призывами к действию вот этими купи-купи-купи, это будет ужасно. Это будет реакция, зачем вы мне это впариваете, это будет навязчиво. Вот такой будет ответ. Давай, до свидания. Как вы думаете, да, у кого покупают люди? Ну, давайте... Я сейчас не буду, да, вот это устраивать вопросы, конкурсы здесь, потому что, я думаю, у нас главный контент с вами. Конечно, у тех, кому доверяют. И я сейчас поделюсь с вами магическим, реально очень мощным механизмом. Он, кстати, взят из абсолютно реальной жизни. Когда мы с вами знакомимся с людьми, которых мы не знаем, если мы будем впаривать сразу, купите наши услуги, мы получим отворот-поворот. Что мы делаем в реальной жизни? В реальной жизни мы знакомимся с человеком, мы слушаем человека, мы говорим о себе, выслушав человека, мы с человеком, во-первых, мы рады, что он с нами познакомился, да, то есть мы показываем свой эмоциональный отклик, мы говорим о том, чем мы можем быть человеку полезны, в первую очередь. И вот этот механизм в email-маркетинге, чтобы расположить к себе нового подписчика, называется welcome цепочки писем. Они очень сильно работают, да, вот для создания доверия. Что это такое кратко? Через определенное количество времени мы, то есть когда к нам контакт подписался, наша задача практически моментально выслать ему первое письмо, в котором мы благодарим за то, что человек оставил нам свои контакты. В этом письме мы можем, да, анонсировать, о чем мы будем писать. То есть цель этого письма – спасибо вам огромное, мы так рады общаться с вами. Но читайте нас дальше, потому что... И вот через потом день или через два, все зависит от специфики вашего бизнеса, вы можете отправлять следующее, потом через день-два еще одно письмо, да. Иногда можно отправлять, иногда вот я видела такие кейсы, когда отправляется на следующий день. Вот, а некоторые люди отправляют максимум 3-5 писем через определенное количество дней. Некоторые бизнесы отправляют 15 писем или 17 за месяц. Это все нужно тестировать. Главное, вот знаете, разработать контент, который располагает, который строит доверие, и простроить эту периодичность через тесты. На самом деле ничего сложного нет. Вот в частности у нас GetResponse в платформе интернет-маркетинга. Это все предусмотрено на основе автоответчиков. То есть вы
Да, создаете письмо, программируете его просто, да? Ну как программируете? Я имею в виду, что оно планируется автоматически, когда вы ставите день, какой-то день, и оно спокойно отправляется. То есть вы горе не знаете. Но главное, помните, первое письмо. Первое письмо почему? Потому что оно должно быть отправлено как можно быстрее, пока человек помнит о вас. Пока человек помнит о вас и горит желанием общаться с вами или получить от вас информацию. Раз в неделю мало. А, Алена, надо тестировать. Посмотрите, вы можете отправить раз в неделю, да, протестировать. Вы можете 2 раза в неделю попробовать, да, то есть или 3. Делайте рассылку по средам. Алена, а это welcome рассылка, приветственная, она запрограммированная или это контентная рассылка? Или это рассылка продающая, акции продающие, я поняла. Попробуйте все-таки, может быть, сделайте welcome рассылку с полезным контентом. Я сейчас расскажу про полезный контент. Смотрите, 10 важных факторов, то есть то, о чем вы можете писать. Естественно, это не в первом письме, иначе это будет не письмо, а лонгрид на 50 страниц. Итак, автор рассылки. Приятно, если это будет делаться от какого-то человека, знаете, как генеральный директор, владелец сети, да, то есть статусного, эксперт какой-то, да? Да, я соглашусь, конечно. Ежедневные, да. И это польза, если это действительно контент, люди читают. Совершенно верно, если это ценный контент. Продолжаем. Автор рассылки, какой-то эксперт, да? Генеральный директор, то есть человек со статусом, который вызывает доверие. Бонус может быть вполне в вашей рассылке. Это какой-то подарок. Например, в частности, полезный обучающий контент может быть. Это может быть даже скидка, нежно преподнесенная как подарок. То есть ни в коем случае, вот здесь держитесь. Это мы сами уже отработали, наши клиенты отработали. Нельзя кричать просто купи, ни в коем случае. Лучше вот именно как формулировка. Лучше формулировать, а у нас для вас подарок. Например, да, вы можете купить вот тот купол со скидкой. Скидка действует до такого-то числа. Это подстегнет интерес. Описание вашего бизнеса, кто вы, чем занимаетесь, ваша команда. Анонс того, что будет в рассылке, очень важно, почему люди должны вас читать после этого письма. Ваше преимущество в бизнесе, да, если у вас есть программа лояльности, да, или что-то еще, посмотрите, о чем вы можете написать, что выделяет вас на рынке. Отзывы о вашем бизнесе, вашем продукте или услугах. Это как раз вот еще, да, дополнительное доказательство того, что продукт работает. Шикарно работают бизнес-кейсы, отзывы в видеоформате. Вы знаете, вот у нас есть канал на YouTube. Давайте я вам напишу. Вот наш канал. И там мы как раз делаем кейсы-отзывы в YouTube формате. Это 3-5 минут. И прям структуру кейса вы можете там увидеть. Вот. Принцип такой: показать, что как клиент выбрал вас. Какая стояла задача изначально или проблема, как он выбирал, потом, что он делал с помощью вашего продукта и каких достиг результатов, почему вас рекомендуют. То есть отличается стандартного отзыва тем, что есть цифры. Есть цифры, есть понимание, как используется в той или иной индустрии. Это гораздо больше доверия. Да, и, кстати, знаете, мы в ближайшее время готовим, вот опять же, по видеомаркетингу, у нас сейчас проработки вебинар или даже онлайн-конференция по видеомаркетингу. Поэтому я вас потом попрошу, наверное, поставить плюсики, кому интересно, и мы, да, как-то вот постараемся вас пригласить. Следующее. Интересные какие-то истории это B2C или ответы на вопросы? В B2B. Друзья, много из B2B у вас? Поставьте мне плюсики, если вы из B2B. Так, ответы на вопросы B2B – это тоже принцип приветственной цепочки, welcome цепочки. И здесь вы можете взять у вашей службы поддержки. О, коллеги, замечательно. Отлично. Вы можете взять информацию вашей службы клиентской поддержки. Какие вопросы задают вам чаще всего ваши потенциальные клиенты? И оттуда сформировать прямо цепочку по принципу ответов на эти вопросы. То есть вы будете предвосхищать, да, вопросы ваших клиентов, вы будете их образовывать уже, разгрузите свою службу поддержки и будете отвечать на актуальные вопросы, которые вот в голове у тех, кто вас читает. Полезное описание продукции, да, опять же, описание ассортимента продукции, ваших продуктов всех, или вот определенных продуктов, которые вы позиционируете для этого подписчика. Приятно, когда, конечно, личная подпись того, кто пишет, от имени кого пишется. Не забывайте наличие ссылок. Вы можете потом, да, переводить на блог или на сайт. Ну, на сайт, естественно, если вы продаете, вы можете также переводить на социальные сети. Это вы будете прокачивать социальные сети через вашу рассылку. Вы можете переводить на блог. И, кстати, есть примеры, когда рассылка на блог продается. Хотя на блоге вы ничего не продаете. У меня есть такие примеры, у нас есть такие кейсы. Вот. И на мобильные приложения даже можете как-то, или каналы где-то.
Вот важная вещь, задача, да? Вы создаете грамотного, образованного, квалифицированного покупателя. Он знает вас, он знает ваш продукт, он уже верит вам, он хочет купить у вас что-то. Соответственно, такой покупатель меньше задает вопросов, быстрее покупает, и покупает даже чаще и больше. Да, особенно больше он может купить, потому что он уже квалифицированный, он образованный. Прям термин такой, квалифицированный покупатель. И еще одна вещь, вы мягко подводите к покупке, вы держитесь, вот держитесь от всей души, держитесь, чтобы не кричать «купи, купи, купи», чтобы не сделать из приветственной серии обычную акционную рассылку. И человек сам примет решение купить. Ну, то есть он будет уверен в том, что он сам принял решение купить. Теперь смотрите, зачем вообще так мучиться, правда? Зачем так мучиться создавать вот такой приятный контент, если можно тупо бросать какие-то продающие рассылки? А вот теперь смотрите. Вот это источник недавний, да, недавнее исследование Experian Marketing Services. Welcome-письма просматривают раз больше, чем продающие промо-рассылки. Ну, это очевидно. Это же контентные письма, в которых действительно вы несете ценное, да, наверное, эмоциональное что-то, приятное. Их открывают на 86% больше. Клики по ним на 196% больше. Переходы, да? Транзакции – это действия совершенные, которые вы ждете от клиентов, на 336% больше. И, наконец, самый важный показатель – выручка. Парадоксально, да? На 320% больше. Видите как? В основном не скидки-то работают, не купи-купи-купи, а работает доверие и знание вас, что очень-очень круто. Ну что, теперь переходим, наконец, ко всем к продающим рассылкам, которые, наверное, делают очень много людей. Вот здесь немножко будем говорить о вовлечении, да, как сделать ваши рассылки более продуктивными и результативными. Ну, во-первых, давайте посмотрим на 5 элементов мощной рассылки. Это виды, конечно, чтобы вы понимали, поэтому видите, когда у меня был вопрос, да, вот, когда был вопрос, я сразу спросила, что у вас за вид рассылки. О welcome мы говорили, контентный – это полезный контент, в частности, образовательный. Продающий сейчас мы говорим, и помните, есть еще реактивационные рассылки, когда ваша база, а она все равно устаревает, это все равно принцип жизни, принцип времени, у людей меняются интересы, то нужно вовремя запускать реактивационные рассылки, чтобы убирать неактивных и за счет них свою статистику, да, в глазах почтовых систем не портить. И одновременно, если вы пользуетесь платформами, рассылщиками, кстати, вот тоже поставьте плюсики, кто рассылается как-то сам через какие-то свои инструменты, а кто пользуется платформами ключевыми, да, рассылщиками, ну, как мы, как GetResponse, например, пока я говорю. Вот, и реактивационные в этом случае рассылки, они очень... Ага, вижу уже, да. Так вот, реактивационные рассылки, они очень полезны тем, что вы не платите, да, платформе-рассылщику за неактивные контакты, потому что часто очень, практически всегда тарифицируется именно количество подписчиков, когда вы платите профессиональной платформе-рассылщику. Теперь привлечение внимания. Здесь я хочу поговорить о заголовке. Я покажу вам варианты заголовок реальные. Вот сейчас мы переходим уже к кейсу. Как они классно работают. Если у вас креативный заголовок, если он виральный, если он заставляет людей открывать, цепляющий. А, следующее. Дизайн письма. Ну, здесь, конечно, все-таки помните о ссылках. Вот. А если вы делаете фотографии, а вот иногда делают рассылку просто текстовую, иногда с фотографиями. И когда меня спрашивают, что лучше работает, я скажу, я не могу вам сказать, я отвечаю. Потому что для каждого бизнеса работает свое. Вы можете попробовать и рассылку без фотографий, без графики и без видео. Вы можете попробовать насыщенную рассылку графическими изображениями или видео. Смотрите, что лучше сработает. Смотрите, где у вас лучше будут показатели, да, переходов. Показатели, в первую очередь, да, откуда больше вам придет, если вы потом, естественно, вы отслеживаете, откуда больше придет транзакции и покупок различных. Помните о призыве к действию рядом со ссылкой, конечно же. И адаптивный дизайн. Это важнейшая, абсолютно важнейшая вещь. Вот. В этом случае это что? Это автоформат. Да, вот, в частности, как у нас, мы GetResponse первый вывели, кстати, на рынок вообще эту функцию. Автоматическое форматирование вашей рассылки под экраны мобильных устройств. То есть мы помним, что уже свыше 50% людей, они уже читают письма и смотрят их, просматривают через мобильное устройство. И если не отформатировано ваше письмо, это просто ужасно. Это просто ужасно, потому что оно, ну, вызывает, конечно, вообще абсолютно неприятное ощущение у человека. Естественно, он не то что читать не будет, не то что перейдет, он вообще просто ее забросит и все. Иногда может даже на спам пожаловаться.
Время отправки. Да, по контенту. Мы поговорили, 10 видов ценного контента я вам рассказала. По отправке. Тут, наверное, я буду капитаном очевидность. Отправлять надо тогда, когда ваши письма читают. С большей охотой. И опять же, вот GetResponse. У нас есть очень интересная функция, она уникальная на рынке. Это идеальное время. GetResponse анализирует ваши рассылки и смотрит, да, берет статистику, когда он видит, когда люди читают с наибольшей охотой, с наибольшей вероятностью. Что он делает потом? Он берет ваши рассылки и программирует их как раз на это время. Причем в разных часовых поясах, по разным, да, часовым поясам. И за счет этого на несколько процентов повышается, конечно, открываемость. То есть человек, да, вот он раз, о, все, получил письмо именно тогда, когда он открыл вашу почту. Когда он открыл почту. А что еще поднимает? Как еще можно подкрутить вашу рассылку, результативность ее? Это АБ-тесты. АБ-тесты тема очень классная. Это когда вы берете, тестируете сначала, да, на небольшой аудитории несколько вариантов рассылки. Ну, или один вариант там на нескольких сегментах, нескольких вот небольших количествах. Да? И после этого лучший вариант вы отправляете прямо по всей базе. У нас расширенные АБ-тесты, то есть вы можете тестировать 5 элементов различных письма, да, и заголовок можете тестировать, да, получается, и контент можете тестировать, и время, если вы не используете идеальное время. Да, если будете использовать у нас GetResponse, идеальное время, то помните, вам нужно загружать за 24 часа до этого, потому что сервис должен вас запланировать по, соответственно, разным абсолютно поясам, например. Он вас планирует. Что делают АБ-тесты? Они тоже на несколько процентов повышают вам, в общем-то, вашу результативность, да, ваши ключевые показатели. Ну, в первую очередь, открываемость. Вот. Таким образом, да, и ну не только, если мы тестируем контент в этом случае, да, то еще ссылки, да, то повышают, естественно, и переходы. Вот, поэтому, видите, есть такие интересные вещи, которые позволяют подкрутить результативность и продуктивность вашей рассылки. А теперь переходим уже к реальным вещам. Это All Time Room, кейс All Time Room. Это магазин часов и аксессуаров, наш клиент. Почему я его привела? Потому что это нетипичный кейс интернет-магазина. Средний чек свыше 17,5 тысяч. То есть это тяжелая такая ситуация, когда клиент долгое время принимает решение о покупке. И я вам буду показывать сейчас просто шедевры. Шедевры того, что было сделано. Еленой Антиповой, это email-маркетолог, да, All Time Room. Итак, смотрим. Вот эта рассылка. Видите? У нее заголовок «Вы готовы или нет?» и вопрос. Открываемость письма, да? По индустрии среднемировые 17%. Лена 52,02% открываемость. За счет чего? Это супер, это правило интриги. И успешные примеры, да, письма. Также успешный пример, заголовка следующий. Это выбор успешных людей. Вот приходит, представляете, вам такое письмо написано «Выбор успешных людей». 45% открыли. 45%. Ну, я думаю, вы понимаете, почему. Потому что те, кто считает себя успешным, автоматически откроют, конечно, чтобы подтвердить свой выбор. А те, которые, ну, наверное, считают себя успешным, но не в такой степени, им будет очень любопытно посмотреть, а что же выбирают успешные люди. Это вот принцип, знаете, заголовка – это эксклюзивность, это статус. Теперь посмотрите, какой контент. А контент – это часы. Часы самых дорогих марок. Часы самых дорогих марок. И очень дорого стоят, которые они тоже продаются. Тоже продаются онлайн. Теперь вот пример, да, это горячая тема. Горячая тема – праздники. Пожалуйста, выбирайте подарки, загляните к нам. Открываемость 43, свыше 43%. Давайте посмотрим вот на тоже очень красивую продающую рассылку. И вот я думаю, это просто, опять же, шедеврально. Почему? Посмотрите даже на заголовок. Вдохновение осени, яркие акценты. Нет ни слова «купи» вообще. Нет ни слова «скидка 50%». И рядом нету. То есть просто хочется купить, да? И мужчинам, и женщинам они делают, не сегментируют. Почему? Потому что женщина может купить мужчине, мужчина может купить женщине подарок. Легкая, красивая подача информации. Очень немного букв. Видите, очень немного. И красивое изображение. То есть здесь вот именно за счет изображений. Очевидные кнопки призыва к действию. Да, вот здесь вот, к сожалению, вот, я надеюсь, вы видите, на сайт, да, на сайт.
Подпись эксперта, это часовой эксперт подписывается, да, Юлия Берн, то есть это, видите, уровень доверия. Что самое фантастическое, да, вот что получается? Нет ни одной ценной бросовки. Нет цены просто. А теперь давайте анализировать. Открытие или открываемость показатель 40,77%, по индустрии 17% средний. Переходы, кликрейт, по индустрии 3%, здесь 10,34%, в 3 раза более, чем в 3 раза выше. Есть, конечно, такой стор показатель CTOR, это соотношение кликов к открытиям. Он характеризует качество контента. Что это значит? Человек зашел, да, увидел заголовок, и чем выше показатель, тем больше человек удовлетворен тем, что он нашел в письме. То есть заголовок совпадает с контентом, это очень хорошо. Человек нашел то, что он увидел по заголовку. И тоже выше индустрии. Но самое главное, вот показатели конверсии, посмотрите, пожалуйста. Конверсия – это продажи. 2,35% людей купили из этого письма. Из 100 больше 2 человек. Это очень круто, реально. Это круто. Теперь давайте поговорим о пятом шаге. Это реанимация устаревшей базы. Как я уже называла цифры, если не коммуницировать с базой в течение полугода, она устаревает. Она устаревает на 50%. И здесь, вот, кстати, друзья, я расскажу о совершенно фантастической вещи. Это автоматизация маркетинга. Я ее, кстати, изучаю вот уже пристально больше, чем, наверное, полтора года. Это тренд, который сейчас, вот, наверное, он приходит относительно медленно, но на Западе вот этим пользуются уже очень-очень многие. Думала, как сформулировать, так, чтобы не испугать никого. И вот нашла интересные вещи, знаете, интересную формулировку. Посмотрите, это психологическая реально формулировка. Она не имеет никакого отношения к роботизации, но она лежит в основе этого тренда и в основе этих функций. В частности, вот у нас GetResponse. Это доставка правильному человеку, правильного сообщения в правильное время, чтобы человек выполнил нужное нам действие. Это очень-очень-очень мощно. Это мощно, потому что мы управляем поведением человека. Мы управляем, можем это сделать, если мы правильно это делаем, в автоматическом режиме. То есть хорошо, конечно, да, вот когда у вас 10 клиентов, вы можете их вести коммуникационно, звонить, общаться, напоминать, убеждать. Но если у вас их 1000, и вот здесь автоматизация маркетинга, она просто великолепна. А вот был опрос, и что ответили маркетологи, да, что они получают, почему они автоматизируют маркетинг, и что они получают от этого. Вот смотрите, увеличение количества потенциальных клиентов, ну или лидов. 61% сказали, да, из тех, кто автоматизирует, что они это получают. Это, кстати, исследование Ascentum, совсем недавнее. А повышение качества потенциальных клиентов – это вот квалифицированные покупатели, которые готовы покупать больше, да, и готовы покупать быстрее. 57% маркетологов отметили, что они это получают. Повышение выручки от продаж – потрясающий показатель, 47%. Вот, ну и также повышение степени вовлеченности, повышение продуктивности маркетинга, да, то есть продуктивность и снижение затрат, и больше люди выполняют задачи. Улучшение возможности измерить процесс, улучшение целевого охвата компании. То есть это очень-очень круто. Вот то, что у нас сейчас воплощено, да, вот то, что идет на нас с Запада, и то, что вот у нас в этом случае в GetResponse, это функция маркетинг автомейшн. Автоматизация маркетинга. Что можно делать? Ну, во-первых, сразу, да, создание автоворонок продаж. Вот это модное слово, пожалуйста, вот оно делается с помощью автоматизации очень быстро. И промо-акций. Сбор людей на тренинг и вебинар великолепно можно простроить через автоматизацию. А создание даже программ лояльности, когда вы автоматический контент, да, отправляете тот, через тот же самый email. Брошенные корзины, возврат покупателей. Но эта тема очень крутая, потому что вот, кстати, где-то в среднем, по разным оценкам, до 30%. Да, людей можно вернуть, которые вот начали оформлять заказ. Расширенная сегментация и реактивация. Вот опять же реактивация, помните? И, кстати, у нас это все очень легко и красиво. Я очень люблю эту функцию. Посмотрите, что это такое, это drag-and-drop. То есть вы берете вот какой-то параметр или критерий, просто раз его сюда, да, привели, потом начинаете от него простраивать путь. Да? Зелененький – да, красненький – нет, снова какой-то, да, то есть берете условие какое-то, потом ставите действие. Условие, действие, условие, действие, условие, действие. Сейчас расскажу, что это. То есть, например, условие. Человек, там, клик по ссылке идет, да, соответственно, вы ему там действие, да, клик по ссылке, значит, вы ему отправляете следующее письмо там или что-то еще. Вот, даже не так, человек открыл письмо, да,
Хорошо, клик по ссылке, отправить письмо. Человек не открыл письмо, да? Или, соответственно, вы уже думаете, вы отправляете ему следующее письмо или перемещаете его в специальную кампанию, например, с тегом неактивный, для того, чтобы по нему запустить реактивацию. Супер, человек у вас что-то купил, прекрасно, вы присваиваете, например, какие-то баллы. То есть у кого больше всего баллов, кто больше всех покупает, это что? Это самые лучшие VIP-клиенты, да, то есть здесь специальная для них система каких-то суперскидок, ну, в частности, да, или для них бесплатное что-то вы дарите. Причем вы можете даже количество определить, что не более чем 50 человеком я делаю вот такой или подарок, или что-то еще. Корзина брошена, значит что, например, ну, стандартно, да, отправить, например, письмо там или что-то еще. Вот. То есть это все очень красиво и легко, и вы можете действительно автоматизированно, да, управлять действиями ваших клиентов, предугадывать следующее действие, да, или мягко направлять к этому действию людей, к вашему итогу, к тому, что вы хотите получить. Давайте я расскажу пример. Это было очень-очень интересно. Появилась эта функция у нас где-то в районе, наверное, полутора лет назад, GetResponse, легкая, красивая. И вот Елена Антипова, да, это AllTimeRaw, наш эксперт, ну как не наш, это эксперт нашего клиента, это очень мощный email-маркетолог, Лена часто выступает на конференциях. И когда появилась Marketing Automation, я сразу Лене звоню и говорю: Лен, помоги, а ну давай с тобой посмотрим, новая функция, давай ее используем вот, вот прям сразу, да, вот по горячим следам попробуем кейс какой-то сделать, да, вот. Ну, Лена говорит: ну ладно. И Лена выбрала, вы знаете, целевую аудиторию, ну, вот такую, что ох-ох-ох. Подписчики, которые не покупали более 2 лет. То есть у Лены было понимание такое, что если тестировать, то в самых боевых страшных условиях. Цели были какие у Лены? Это вернуть клиентов на сайт, ну, хотя бы, чтобы вспомнили, и понять вообще, кто из них открывает письма, кто живой вообще. Ожидание по открытию у нее было в районе 5-7%. Ну, то есть в 3 раза меньше, да, чем по индустрии. Ну, хотя бы так уже. Продажи, какие уже продажи? О чем вопрос это? Ну, аудитория, ну. Лена взяла силу, составила за несколько часов сценарий. Вот тоже. Контент. 3 письма. И вот что получилось. Результаты. Первое письмо. Открытие 15%. Немножко меньше, чем вообще среднемировые по живым подписчикам, по индустрии. Переходы 1%. А теперь смотрите. Да, конверсия в действие 1,6%, 1,60%. Письмо второе, да, 13%, переходы 1%, конверсия 1,84%. Письмо третье, 15%. Видите уже, 3% конверсии, да, потому что последнее письмо из серии: ребят, ну что, до свидания, да, или работаем дальше. Конверсия немножко меньше, 0,92%. Но тут, конечно же, естественно, конверсии были и действия, не только продажи, да, какие-то еще, перейдите, посмотрите. Но то, что Лена мне говорила буквально, вот после того, как она запустила, чуть ли не на следующий день, она просто мне говорила: Юля, в трубку, Юля, 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 первая продажа уже на след, Юля, Юля. То есть у Лены были замечательные эмоции такие, она не ожидала, но первая продажа по Marketing Automation пошла на следующий день. У меня есть очень интересные, вот мы сейчас кейсы готовим по Automation, и разные абсолютно кейсы, и то, что за счет вот правильного вот такого построения 71% людей стали открывать письма. И то, что за счет Automation в несколько раз повысилось количество платящих клиентов с сайта. То есть вот это чудо, которое вот оно сейчас приходит, вот, и я всем рекомендую попробовать Automation GetResponse, друзья, серьезно, потому что это вот эта функция, которую вот я честно очень люблю, и она приносит фантастические вещи. Вот, таким образом, да, вот такие бывают вещи. А теперь я расскажу вам о силе образовательного контента, который можно вполне использовать, да, по имейлу, доставлять по имейлу и использовать, например, в качестве welcome-цепочки. Академия GetResponse. А мы что сделали? Мы создали, знаете, 10-дневный онлайн-курс, да, для новичков в email-маркетинге. В общем-то, вот наш лендинг, вы видите, по принципу 8 секунд мы сразу поставили, да, форму подписки. Призыв учитесь бесплатно, потому что это бесплатный курс. Наше видео, да, ведущий Олег Баша, генеральный директор GetResponse, и я, маркетинг-директор GetResponse. И, соответственно, вот такой красивый лендинг внизу, потом описание, все. Вы, кстати, можете потом посмотреть, вот, и как ее искать, это, смотрите, это по поиску, я прям пишу, по поиску Академия GetResponse. Только переходите вот по органическим ссылкам, не по рекламным, по органике. А как мы ее делали?
Это был риск, это был серьезный риск. Мы полностью отказались, вот мы проанализировали форматы восприятия информации, и мы полностью отказались от, вы знаете, от текста и от графики. Мы сделали полностью все в видео. Контент, конечно, сильный подобрали. Во-первых, это вопросы наших клиентов. Помните, я говорила в B2B, да? Вопросы клиентов и подписчиков. Проанализировали, кстати, вот помните, да, ошибка начинающих маркетологов. Вот это вот, помните, легко, все будет легко, будет мощный продукт. Вот. Соответственно, мы посмотрели новейшие тренды, да, вообще в маркетинге и в email. Конечно, это та же самая автомейшн. Симбиоз каналов посмотрели, да, как работают, вот в частности, урок 9, видите, я веду это. Социальные сети и мы маркетинг. Как вместе работают хорошо, как прокачивать друг с другом. Естественно, это доставляемость и антиспам, головная боль любого маркетолога. И мы создали вот такое. Видеоурок небольшой, от 2 до 9 минут. Да? YouTube формат четкий. Мы снимали в профессиональной, кстати, студии. Запись вебинара мы даем, если люди хотят больше погрузиться в тему. Если им мало этого видео, конечно, они там час вебинар или полтора смотрят. Запись скринкаста, то есть как быстро воплотить эту функцию в GetResponse. 1.5 минуты, 2. То есть для тех, кто вот посмотрел видеоурок, понял, быстренько побежал, да, и мы просим в каждом уроке зарегистрироваться в GetResponse. Почему? Потому что или перейти в GetResponse, потому что, ну, что смотреть-то, уже пора на практике все это воплощать. Вот мы рассказываем, садись, давай, делай. Вот тебе скринкаст. И действительно, очень быстро все это воплощается. А вот что мы получили через 2 недели запуска, после запуска. 1100 учащихся, мы глазам не верили. Ни копейки в продвижение. И вирусный эффект. Так, в соцсетях стимулируют ставить свои имейлы. Ну, во-первых, можно интегрировать форму подписки через соцсети. У нас тоже в GetResponse есть такая функция. Вот, интеграция с соцсетью, Facebook в частности. Вот, ну и пишите об этом. Пишите посты об этом, да, что оставлять. Ну, давайте, конечно, просто что-то ценное, например. Вот, или можете, не хотите интегрировать форму подписки, без проблем, тогда просто пишите, что мы проводим конкурсы, пожалуйста, переходите вот туда-то на лендинг. На лендинге форму подписки с email. Ну, это в частности, например, как вот я видела примеры. Да, или, ну, то есть то же самое, просто контентом. Да, можно через интеграцию формы подписки, или можно в конце почты ставить ссылку на рассылку. Интересный вариант, очень классный. Очень классный вариант, да. Да. Подпишитесь. Только призыв к действию. Только призыв к действию обязательно. Прям прямой в конце призыв к действию. Об этом часто, я видела, забывают предприниматели или маркетологи среднего и малого бизнеса. Вот, в общем, видите, образовательный контент взорвал мир. Вот. Хотя мы рассказывали только на нескольких мероприятиях о нем, и было очень круто, когда люди, организаторы мероприятий, и вот я очень благодарна Олегу Михалевичу, да, который не только вот, да, вот с которым мы делаем сейчас вебинар, я очень благодарна, но и который рассказал о нашей академии, да, вот, вот вашей аудитории, базе подписчиков, да, и как раз вот когда организаторы мероприятий слышали об этом формате новом, об этом 10-дневном курсе. И, кстати, вот это все, да, вот оно высылалось по имейлу, да, каждый урок высылался по имейлу человеку. И чтобы это было очень круто, потому что у человека не было выбора не учиться. Был максимально сокращен путь к обучению. Именно ты сидишь, да, тебе приходит уведомление, пришел такой-то урок. Ты, соответственно, переходишь и смотришь видео прямо внутри. Ты никуда не переходишь, ты просто смотришь видео прямо внутри, потому что уже, когда вы вставляете в рассылку видео, уже, да, в основных системах вот этих почтовых, можно спокойно, да, ключевых, можно спокойно уже смотреть. А, Олегу большой привет. Олег, спасибо большое. Да. И можно, это я прочитала, что Олег рядом. Вот. И людям можно спокойно смотреть видео прямо в рассылке. То есть представляете, насколько сокращается путь получения знаний. И если человек хочет, он просто делает клик и переходит, например, на наш GetResponse и уже воплощает что-то там. То есть ему не нужно переходить ни на какую платформу. Ему не нужно где-то вспоминать пароль, если он у него не сохранен у себя, да, в браузере. Вот не нужно находить какой-то урок, не нужно переходить по этому уроку. То есть, видите, вот быстрая доставка через email очень круто позволяет вот быстро обучаться и вот такая популярность. Вот смотрите, это сейчас будет уже по email-маркетингу оценка того, что мы делали. Вот эти вот, у нас 11 писем, да, то есть 10 вот этих уроков, и 11 это, ну, спасибо, поздравляю, вы закончили. И что получается у нас? Первое письмо открывает 81% подписчиков. Это реально круто. Люди любят учиться, люди хотят учиться. Это наша органическая база, которая реально пришла сюда для этого. И 39-55% уникальных открытий, представляете? Это всей
цепочки из 11 писем. Вот смотрите, по индустрии что происходит? Причем я взяла не индустрию B2B, я взяла не индустрию e-commerce, я взяла круче, я взяла образовательную индустрию, я стала сравнивать наш кейс, который на самом-то деле, в общем-то, это e-commerce, да, потому что мы продаем-то с сайтом, но я стала сравнивать с образовательным рынком, где всегда выше показатели открытий, да, и вообще показатели переходов. Итак, по индустрии образования 24-67% открывают, и переходы 5-40%, да. А теперь смотрите, что у нас. У нас 39-55, это выше там, ну, сейчас увидите, я покажу. И, соответственно, переходы 11 вместо 5-40%. Так, вот они, сведенные результаты. Мы сами, конечно, мы сами были поражены. Мы были поражены. Открытия на 60% превышают средние по рынку образования. И переходы на 200% средних по рынку образования. Мы думали, что это будет, мы сначала, да, мы хотели, чтобы это было построение лояльности, да, чтобы люди изучали, в основном наши пользователи. Поэтому мы думали, что в основном это будет направлено на базу подписчиков GetResponse. Что вы? Сейчас уже через полгода у нас отучилось 3000 человек, и ежемесячно идут продажи. Ежемесячно идут продажи, мы отслеживаем именно от учащихся академии. То есть вот что такое воспитание квалифицированного покупателя. Как можно узнать средний процент по своей индустрии? Наталья, смотрите, что мы сделаем с вами. Вот я в конце дам мои контакты, вы мне напишите, и я пришлю вам ссылку. Я пришлю вам ссылку на... Да, кстати, друзья, ну да, окей, сейчас. Сейчас я, собственно, бегу вперед. Давайте, во-первых, подарки. Давайте, во-первых, подарки для вас, потому что вот на все ваши, многие ваши вопросы я отвечу, наверное, в конце. Смотрите, во-первых, мы приглашаем вас в доступ в Академию GetResponse. Как я уже написала, вы можете просто, да, взять это... в органическом поиске, просто набрать Академию GetResponse. Или если вам это будет удобно, то я сейчас попрошу, Юль Борисовна, а запустите, пожалуйста, эту ссылку, а? Или просто можете перейти по сокращенной ссылке сейчас. Вот, то есть я прошу, наверное, организаторов запустить эту ссылку, потому что у меня... или я сейчас тогда... Стараюсь вам сама запостить, открыть эту презентацию. Она же там будет. Хорошо, но вот этой ссылки там не будет. Поэтому я прошу, наверное, прямо сейчас для тех, кто вот горит, я прошу эту ссылку, сможете, или я могу ее еще запостить. Сейчас я открою свою презентацию, я прям сразу дам ее в онлайне. И это, кстати, да, друзья, если будете проводить вебинары, то в этом случае всегда рекомендую ссылки, мы уже в этом убедились, ссылки, спасибо огромное, постить сразу, да, во время проведения вебинара, потому что вот когда люди, да, когда людям интересно, когда они, кстати, вебинары у нас тоже есть, GetResponse, я уже несколько раз сказала, и люди как раз переходят по этим ссылкам, когда они горят, когда вот им интересно, когда их контент трогает, поэтому это то же самое с welcome цепочкой писем, когда человек оставил контакт, нужно высылать практически сразу, когда человек заинтересован и когда вот он готов, когда он готов получать информацию. Так, теперь, смотрите, я вам оставляю мои контакты, вот. Для чего? Значит, я приглашаю вас тем, кому интересно, кто является агентством, кто представляет агентство, кто маркетолог, да, или кто email-маркетолог. Если вы хотите стать нашими партнерами, то есть работать и предлагать GetResponse, то у нас одна из самых мощных программ, знаете, по партнерству. Это 33% комиссии, регулярный, постоянный, пожизненный, пока клиент платит. Да, и еще, есть еще вещи очень интересные. Друзья, мы всегда открыты сотрудничеству. Вот я отвечаю за маркетинг и за образовательный контент, за образование, за образовательные активности по России и СНГ. Поэтому, если вам интересно провести что-то с нами образовательное на уровне кросс-промо, мы будем только рады. Мы сейчас очень серьезно думаем о развитии наших, вы знаете, образовательных активностей онлайн и офлайн с регионами российскими. И буду очень благодарна, если вы подумаете, как мы можем сделать ко-маркетинг или кросс-промо. Вот, что еще? Да, я жду ваших вопросов прямо сейчас. По Фейсбуку. Если кто-то будет со мной дружить в Фейсбуке, я могу сказать, Юль Борисовна, так давайте вместе. Давайте вместе делать региональные конференции. Давайте подумаем, как это сделать. Потому что у нас прям в плане, вот знаете,
нести диджитал-маркетинг, нести диджитал-маркетинг в Россию. Евгений, спасибо. Есть одна проблема на ФБ. У меня на друзей, может, там я уже не смогу добавлять. Поэтому вы только мне напишите, да, и я очень надеюсь увидеть вот это вот запросы, потому что Facebook иногда не показывает или показывает как-то не очень хорошо, но я сразу извиняюсь. ВК, да, очень круто. Вот сейчас пишу ВК. Я сразу извиняюсь, если я могу не вовремя ответить. Это спасибо Facebook. Так, а пока, друзья, спасибо огромное, Алена. Евгений тоже, спасибо огромное, если добавите, и вообще, что добавили. Так, смотрите, пока есть вопросы задавать, если есть вопросы задавать. Кто-то спрашивает, да. Теперь смотрите, очень прошу, если добавляете, пишите ваши вопросы, потому что вот вы меня спрашивали, да, по статистике среднемировой по индустрии. Обязательно, да, я прошу вас слово отчет или обзор или исследование мне написать, я тогда пойму, что вы запрашиваете. Я отправлю вам ссылку. К сожалению, это англоязычное исследование, но там легко, там open rate, да, там OR, там click rate. На одно из исследований последних, да, чтобы вы видели все среднемировые температуры по больнице, показатели, где вы можете все это сравнить. Какие запрещенные слова? Ох, их вообще-то много, вы можете просто погуглить, посмотреть спам-слова. Вот, но вот эти вот, знаете, распродажа отрицательных знаков, бесплатно отрицательных знаков, вот эти все вещи. Слово спам опасно использовать в рассылке. Тоже смешно, когда, знаете, иногда там антиспам пишешь, он все равно их считает. Вне зависимости Яндекс или Google, простите, есть один такой нюанс, что мы никогда не узнаем, да, четкие слова Яндекса или Гугла, потому что если они раскроют там свои спам-слова, они очень сильно научат спамеров, как писать спамные рассылки и туда не попадать. Поэтому здесь это очень сложно, но я думаю, вот многие email-маркетологи, они просто пишут, знаете, вот эти спам-слова прям, то есть посмотрите, погуглите, их действительно там, честное слово, не 5 и не 10. Вот, поэтому я думаю, что они во многом действуют, ну, в большинстве своем для нескольких, да, ключевых почтовых систем. Какие еще у вас вопросы, друзья? Так, вопросов нет? Если вопросов нет, я вас благодарю. Я желаю вам успехов в email-маркетинге, в digital. Вот. И я также вас всех приглашаю на наши следующие, да, вот, вебинары. Я думаю, мы с Олегом Михалевичем как-то подумаем, чтобы это сделать. И у нас готовятся очень интересные онлайн-конференции, у нас готовятся очень интересные вебинары по различным трендовым темам в digital, да. Можно так характеризовать, как вот digital 2018. И по видеомаркетингу, да, и по customer journey, то есть, вы знаете, по таким вот, и, естественно, автоматизация маркетинга, отдельный вебинар. Поэтому подписывайтесь, да, если вы подпишетесь на Academy GetResponse, вы получите доступ, да, к вот этой цепочке нашей писем, которая информирует вас о наших обучающих активностях, о наших вебинарах. Они практически все бесплатные, они действительно все бесплатные, потому что это наша социальная миссия. Вот. Роман, я прошу, знаете что? Я прошу мне тоже, да, присоединиться ВКонтакте, да, ко мне и написать ваш вопрос. Потому что сейчас я не успею.